Студенты из двух вузов Бреста, а также Барановича и Пинска встретились накануне на Полесской земле для того, чтобы определить самых сильных и спортивных. В соревнованиях приняли участие более 100 юношей и девушек. В течение двух дней определялись лучшие пловцы, волейболисты и баскетболисты. Такие масштабные состязания среди студенческой молодежи области учреждены по инициативе губернатора Константина Сумара и проводятся впервые. Председатель областного исполнительного комитета считает, что подобные соревнования необходимо проводить регулярно и переводить их в разряд универсиады. Это поможет улучшить диалог между учебными заведениями, а также дать определенный стимул для новых достижений. Молодежь – это будущее страны, будущее любого общества. И, конечно же, это на молодежь всегда надо делать ставку, потому что это беспроигрышный вариант. Это те люди, которые будут завтра в регион руководителями, в областной уровень то же самое, придут в учебные заведения, медицинские учреждения, в школы, работниками культуры, и они начнут новую свою, например, уже проводить линию на базе той базы, которую мы создаем, и то, что мы оставляем, они потом достойно это будут применять. Кроме того, в рамках встречи Константин Сумар посетил Полесский государственный университет. Во время экскурсии по вузу губернатор региона ознакомился с достижениями учебного заведения, его наработками и новинками. Руководство университета заботится о своих студентах, поэтому активно обновляет учебные пособия. Библиотека обеспечивает информационную, научную, образовательную деятельность, является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Кроме того, Константин Сумар ознакомился с научными наработками студентов и спортивными достижениями. В базу Полесского университета заложено немало средств, это более 300 миллионов долларов вложено сюда, в эту базу. Но мы видим, что она дает уже отдачу, серьезную отдачу. И если говорить о высших учебных заведениях, то у нас достаточно, нам надо только просто более эффективно использовать вот эту базу четырех университетов и в какой-то степени пересмотреть свои подходы, это я уже ректоратом обращаюсь, чтобы мы не перепроизводили тех специальностей, которые нам уже не нужны в будущем. Финальной частью визита губернатора региона в Пинск стала открытая дискуссия с активистами вузов области. Во время общения Константина Сумара с молодежью прошел обмен мнениями по вопросам образования, научной деятельности и организации досуга студенчества. Молодые люди интересовались вопросами образовательной политики, вопросами совершенствования учебного процесса. Особое место заняла дискуссия о возможности выделения грантов на научную сферу, на разработку проектов, которые впоследствии будут реализованы на практике. Такие встречи способствуют активному внедрению молодежи в социально-экономический процесс, а также развитию научного потенциала вузов региона.